Отличные условия для футбола. То вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на все. Отличные условия для футбола. То вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для кон... Отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, на поле.
Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контр. Забить, но блестящая игра вратаря помешала этому. И прямо в центр штрафной мяч летит. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Смещается в центр. Выручил он свою. Забить, но блестящая игра вратаря помешала этому. И прямо в центр штрафной мяч летит. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Смещается в центр. Выручил он свою. Открывает возможность для контр. Отличные условия для футбола. То вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контр. Отличные условия для футбола. То вот, пожалуйста, на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая